По традиции, Эники и Биники под Новый год мылись в бане с друзьями. Тут-то они решили проводить друга к невесте в другой город. Ну, дальше вы сами знаете. Приехали домой и легли спать. Тут появляется хозяйка. Дальше вы сами знаете, жених обиделся и ушел. А они остались и решили посидеть поесть. Ну и гады же, это ваша заливная рыба. Быстренько смотались в магазин и купили любимых Эников-Беников. А тут уже и гости подошли. Сели они и очень душевно посидели. Эники-Беники. Замороженные продукты, согревающие сердца. Вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, любовь останется.